Странный генерал. В своих треснутых очочках, камуфляже, на передовой, в рассыпающемся и горящем доме, ласковый и невозмутимый, даже не вздрагивающий, когда в его раскаленный по-банному от пожара полуподвал рявкает очередной снаряд, так не похожий на генерала. И так беззаветно любимый даже самыми злыми и языкастыми, кроющими всех и вся солдатами. Комковским, генерал-лейтенант, да я ему, блядь, сапоги буду целовать. Он впереди солдата идет, блядь, разве можно? Генерал-лейтенант, блядь, генерал-лейтенант, на БТР впереди, блядь, всех идти. Ты не остановишь его ничем. Он действительно... Ты про Льва? А что ему? Да. Что ему остается делать? Он сам в прорыве, блядь, весь этот корпус в прорыве. Все, кто идет, он держит, вот такие офицеры вот идут за ним.